знаешь, мужчин, они могут сделать такую отместку. Скажи, пожалуйста, а что ты третьим делаешь в нашей компании? Сейчас я должна объяснить одну вещь, почему бензины в сериале дальше не будет. В жизни бывают всякие ситуации, и люди не очень хорошо ладят порой. И это, к сожалению, сказывается на работе. Саша, это не комментарий, это так. Давай еще разочек мы запишем. Слушайте, ребят, я не знаю, что говорить. Я правда не знаю, что говорить. А тебе знать не надо. Тебе надо рассказать то, что вот у вас случилось. Ты хочешь, чтобы я рассказала вообще, что было? Я хочу, ну, всю ситуацию от начала до конца расскажи, и все будет. Слушай, я уже просто устала за всех отвечать, ребят, ну, честно. Я уже просто не могу это терпеть. Нужно рассказать, что у вас с бензином случилось, все. Чем она тебя не устроила? Да всем, а что вы не слышали разговора? Выключи, пожалуйста, камеру. Угу. Что мне рассказать? Что она, как идиотка, назвала меня показала ей на дверь, и у нее не хватило ума прийти и сказать «Прости меня, пожалуйста». Саш, ну, ты тоже не стала перед ней извиняться? За что? Ты тоже орал на нее. Это тоже все... Конечно, когда на меня брызгали вот так вот слюни, что я могу сделать? Если человек неадекватен абсолютно, если она сидит на каждой съемке, просто всем все нравится, все работают, ей обязательно что-то не нравится. Что я могу сделать? Я не могу психологом бесконечно работать, я не могу нянчиться с ней. Что я сейчас должна сказать? Тебе тоже часто что-то не нравится. И что? Я при этом... Ты тоже можешь там на всех... Слушай, решать, я при этом не перехожу на личности. Я при этом не говорю... Бензина, мне все осочертело, у вас все хреново, вы тут такие клевые, а я тут такая вообще никакая. А у нее это постоянно. У нее настроение скачет вот так. Вот, мне тоже задолбало. Я не могу больше это терпеть. Давай тогда мы ее посадим, она запишет комментарий вместо тебя. Она... Да, посадите, не если вы... ты, между прочим. Да ради бога, пускай говорит, пускай. Ну, и она, кстати, расскажет. Давайте. На самом деле, потому что ты на нее, в принципе, все время ее прессуешь, все время орешь на нее. Я ее прессую? Да, это ты. Нормально? Нормально. Если у меня, не знаю, там болит болит голова, или не знаю, там я при этом не ору на людей и не говорю, вы все окей, может быть плохое настроение, может быть все что угодно, но я не буду называть всех. Может быть, я виноват, может быть, она виновата, я не знаю. Можешь так сказать, можешь сказать, что она виновата, она тварь. Мне все равно, скажи что-нибудь. Хорошо. Это назвала меня и из-за этого я показала ей на дверь. И вот этой не пришло в голову потом прийти и извиниться. Его же нету. Я должна объяснить, почему бензины в следующих сериях нашего проекта не будет. В жизни бывают всякие ситуации, люди нервничают, люди ссорятся. Она решила покинуть наш проект. Нам это очень неприятно, нам очень жаль, что она решила так сделать, что она решила покинуть наш проект, потому что мы замышляли его все вместе. Это как наш ребенок. Но, к сожалению, это так. Надеюсь, что хотя бы в концерте она будет принимать участие. Нам действительно очень всем жаль, что ее нет. Офигенно, он весь белый, как психотерапевтическая клиника. Привет! Как дела? Привет, Лешечка. Вот, привет. К вам приехал. Привет. Наконец-то. Давай. Смотрите, у меня чего есть? У меня есть пластиночка, я нашел. Ну, вот нашу старую записали мы специально под эту историю. Концерт «Бобби Бон», который 4 года назад был? Да. Это где я участвовала? Да, Саш, там, где ты пела. А что я пела там? Сейчас поржем. Это вот это тогда, когда ты с хвостом еще выходишь? С хвостом такая агрессивная. Знаешь, если было получше, так. Давай. Ну так не видно. Ой, круто. Ну посмотрим, решим, да? Что нужно оставить. Соответственно, да. Чего оставим, чего?
Можно. Гайся, что за музыка? Как будто сейчас начнется фильм ужасов. Это вступление, интро такое большое, мощное. Но мы сделаем сейчас лучше. Давай, да? Давай, хорошо, я за. Слушайте, ну тут сразу мрачно, как посмотри, очень мрачно. Нет, мне нравилось, знаешь, что такое тусовка, народ вот на этих вот штуках. А сейчас у нас площадка-то больше будет. А площадка больше, и сцены больше. Вот так вот. Я не знала, что меня так объявляют. Замечательно объявили, мне очень. Вышла какая-то кукла из секс-шопа Марико, ты прикинь. И на тебя похоже. Он сказал. Посмотри, Господи, почему я так красилась? Кто меня так накрасил? Помогите! Когда Саша увидела себя в концерте «Бабий бунт» пятилетней давности, у нее реально случилась истерика. Но я ее прекрасно понимаю, потому что когда я вижу себя в старых записях, это ужас.